Привет, дорогие подписчики моего канала, а также вы зрители. Сегодня я хочу вам показать свои небольшие покупочки из магазина Simoland. Заказывала я у них на сайте, поэтому давайте, чтобы долго не затягивать, начнем. И у меня просто, возможно, скоро сесть батарейка, я хочу вам быстрее это все показать. Первое, с чего хочу начать, это обычные пакетики с липкой полоской. Взяла я их с целью складывать туда свои открытки. Я заказывала еще для конвертов для денег, но, к сожалению, на момент заказа их не было в наличии, и я купила 200 штук под открытки. Размер, насколько помню, 12 на 17,5. А дальше давайте начнем с чипа. Также чип я заказала от Art Узор, вот такой вот клевенький. Здесь у нас цифры, 10 штучек для открыточек, для альбомчиков. Я думаю, будет классно. У нас на улице пасмурно, я по максимуму приближена к окну и надеюсь, вам все хорошо видно. Также мои любимые перышки. Вот такие цветочки я взяла. Клевенькие вообще от Art Узор. И вот таких вот миленьких животных. Вот такой чип я взяла. Честно скажу, это еще не все. Вот так вот сделаем. Надеюсь, вы не против. Дальше я покажу вам. Вот таких вот у меня 4 набора декоративных элементов Coffee Time. Вот здесь у нас все на обратной стороне нарисовано. И давайте я вам один покажу, что мне понравилось. У меня их 4 набора. То, что помимо вот этого пакета, высечки там лежат еще в пакете. То есть это очень удобно, потому что один набор высечек мне пришел с порванным вот здесь вот пакетом. Разошелся. И надеюсь, что там на самом деле все на месте. Но я постараюсь посчитать после видео. Ну, я очень довольна, очень. Давайте быстренько вам покажу их. На сайте они, честно скажу, не очень аккуратно обрезанные. Ну, как оно и предполагалось, здесь тоже. То есть я быстренько вам вот так вот покажу. Надеюсь, вам видно. Чтобы мне не приближать, отдалять. Время зря не тратить, заодно и батарейку. То есть тут есть и высечки для надписей. Тут вот такая вот девушка еще одна. Еще вот она, кстати, помялась. Видимо, из-за того, что упаковка маленькая для этих высечек. Высечки, большинство высечек просто-напросто выгнулись. И, видимо, эта девушка не исключение. Нуфли, маффин. Такая вот рамочка, но я серединку не буду убирать потом. Такие вот сердечки всякие. Эльфивая башня. Вот видно еще заломчик на одной. Здесь это не критично будет, потому что я ждала их очень долго, когда наконец-то смогу заказать и возвращать. У меня тут коты попутно еще дерутся. Точнее, большой кот с маленьким котенком. Поэтому я попутно и за ними слежу. Значит, вот такие были у меня высечки. Так, я, наверное, их сюда сложу. Идите сюда. Следующий тоже 4 набора высечек. Это у нас вот такие вот. Не знаю, как они называются. Чудесный день. Я не знаю, давайте вот их вот сюда уберем. В сторонку. Вот так. Давайте тоже их посмотрим. Они тоже идут помимо Рафуля. Помимо упаковочного пакетика, они еще в пакетике. Это супер. А вот другие высечки меня в этом плане разочаровали. В плане того, что не так продумана упаковочка. Рафуля. Не обижай малыша.
Тут у нас разные. То есть у меня фотали очень большая. То есть это девушка вот с мою... Почти с мою ладошку. Девушка. Вот такие разные тоже надписи, карточки, мелочевочка. Вот тут вот из мелочи надписи, цветочки, кофе. То есть для открыток, я думаю, будет вообще супер. Как бы я и брала с расчетом для открыток, потому что у меня ничего нет такого молодежного. То есть у меня все такое... Не знаю лишь, как сказать. То есть тут различные помадки. Еще одна туфелька. Помадка для надписей. Классная девчонка. Кофе различное. Тут можно придумать кофе, капучино, очки. И надпись «Чудесный день». Кстати, в этом наборчике у нас заявлено 40 высечек. Это я опять-таки потом за кадром уже пересчитаю, потому что я должна быть уверена, что здесь все доложено. А в высечках Coffee Time тоже их 40 штук. Так, отъедем. Ну, я думаю, что вот это вот можно убрать. Дальше у меня два набора от Моны. Это у нас пробуждение. Тут тоже у меня есть в каком-то наборчике помятый цветочек. Здесь у нас заявлено неизвестно сколько штучек. Давайте я один наборчик уберу, второй достану, покажу. Но я не пожалела, что этих наборов мне осталось два, потому что там очень классные высечки. Очень классные. Так, пока положим. То есть здесь у нас в данном наборе все возможные цветочки. Перышки, ключики, замочки, бабочки. То есть очень интересно. Духи. Взяла я здесь чисто из-за того, что у Моны мне нравится, насколько у них яркие высечки. Детализация вообще суперская. Здесь вот посмотрите, две абсолютно одинаковые птички, но при этом одна с короной, другая нет. Бабочки. И высечки сами по себе очень яркие. Перышки я люблю. Кафуля, Рафа. Уж простите, но приходится отвлекаться, обижает. То есть различные здесь у нас. Очень много синеньких цветочков, ключиков, духи, птички. Ну, а то, что цветы, это вообще супер. Всякие кексики, бабочки тоже разного цвета. Голубые, розовые. Вот таких вот два. Скворечник. И еще два листочка. Вот такие вот суперские высечки у меня от Моны. И последнее, что мне осталось вам показать, это высечки от Eco Paper. Здесь у нас заявлено 60 штук плотностью 250 грамм. Здесь вот они все показаны. Их я взяла из-за зелени. Вот в этом, кстати, как раз таки в наборе у меня помялась одна высечка. Ну, давайте быстренько вам покажу. Они сделаны на такой, знаете, фон напоминает чем-то цвет крафт. Такой светлый крафт. То есть тут вот это фрукт, насколько я знаю, какой-то. Тропические листики. Конечно, это не все, что я хотела заказать. Не обращайте внимания на посторонние звуки. У меня котенок забрался в кукольный дом. А большой кот его оттуда достает. Следовательно, вся мебель у нас уже вне дома. Вот. То есть различные тоже бабочки. Это не все, что я закажу. Извиняюсь, что дернула. В дальнейшем у меня, точнее, в корзинке лежит еще много разных высечек, но посмотрев, некоторых уже просто-напросто нету в наличии. Очень жаль, буду ждать, когда появится. Может быть, в скором времени съезжу в
розничный магазин, и там найду эти высечки. Понятно, что они будут дороже, но сейчас покажу попозже, точнее, я их хочу вот особенно в конце показать, потому что это просто бомба. Реально, мне других слов не найти. Это реально на самом деле листики очень клевые. Вот такие вот полосочки для записи. И какие мне понравились высечки, это высечки с фольгированием. Посмотрите, они вот переливаются. То есть тут есть еще также листочки с фольгированием. Смотрится просто супер, я не ожидала. Возможно, может, и на упаковке было нарисовано. Нет, на упаковке непонятно, на упаковке просто не нарисованы, как вот крафтовые такие. Но по факту они переливаются очень даже классно. Раз. Вот такие вот. Блин, извините, пожалуйста. И вот такие вот 3D, да? Таких и один вот такой. Вот такие вот покупочки у меня были в Симоленде. Заказы. То есть что-то у меня было по 2 наборчика, чего-то по 4. Но я нисколько не жалею, что даже у меня есть и по 4. Все это уйдет в дело. Поэтому, если вам понравилось это видео и вы не хотите пропустить дальнейшие видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки будут в описании под видео. Всем творческого вдохновения, удачи! Пока-пока, ваша Аня.